На развязке Волоколамского и Ильинского шоссе началась надвижка левого пролетного строения эстакады. Длина автомоста над железной дорогой 253 метра. Опираться он будет на 6 опор. В настоящий момент работы по всем трем пусковым комплексам большой стройки идут параллельно. По третьему пусковому комплексу устраиваем разворотную эстакаду на территории города Москва. Для пешеходов ведется строительство двух надземных пешеходных переходов и одного подземного. А на правом пролетном строении над железной дорогой рабочие уже кладут гидроизоляцию. Следующим этапом будет укладка асфальта. Первые автомобили поедут по этой части эстакады уже в конце года. Строители выдерживают график, рапортуют в Минтрансе Московской области. Сегодня на объекте работают 330 специалистов и 80 единиц техники.